Хорошо, Помпон, я напишу в теме про твой скайп, ну, чтобы тебе... Точнее, даже не в теме, я напишу в приват, короче, организатору. Амилуй, не амилуй, а вот он ты. Сяблер, ты посмотрел ролик? Ты борешься с водой также? Escape.
Так, деньги. Мне нужны деньги. Деньги, 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 деньги. Ах ты, какие нахрен ноги легиона? Что за говно? Берет рестарт на мои сапоги. Сволочь поганая. Без таймера. Что это значит? Такой пиздюк. Пиздюк. Зато денег много нашел. Сапоги. Почти.
Да ты чё? Говна кусок. Моральный. Опять у него 3 стека плюс 1 знание арт. Что-то у меня какуля. Одна конца, один улей, да? Что-то вообще тухляк. Да, один стек, конечно. Один стек, одна дорога в угол. Гурнисон с одним стеком. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Гурнисоном не на вечер. Хоть конюшни по дороге. Даблмана, конечно, такое. Даблмана хорошо, но не так, как она стоит. Да, у него 2 стека. А, у него, кстати, было 3-4, да, у него было. Короче, говне мы. Тут за снайперами таким. Да, за снайперами похоже. Еще монетку. Да лол. Не достал. Неплохо сыграно, блин. Ну, сдался у него там, не пошло. СНГ будет вообще божественно раздавать мне. Мне тут так не прет периодически, что я думаю, опять СНГ затащу на изичах. Я думаю, с Коброй буду играть, там будет плюс 21 кол на респе сразу. И арба, естественно.
какая-то. Блин, два героя разбежка, конечно, это тупо. Ну ладно, сейчас шоколад как со всех щелей польет. Как польет. Не рейдерский шоколад, а тот, что мне нравится. Так, сейчас я приду. Блин, только отошел и услышал этот звук. Set Note Bad я успел, а что почему-то ничего не написалось и не прозвучало. Кроме суперзвука. Так, Set Note Bad нас поддержал еще на 100 рублей, правда, без сообщения. Все равно спасибо большое за поддержку. Шоколад. Все так и будет. Нет, рестартов не у обоих нету. Записать было. Бывает. Почему Dark снял с XL3, кто знает? Не знаю. Поставь Donation Alert с виджет последних донаторов, чтобы вручную не вписывать. Не знаю, что за виджет. Да и как бы, ну, мне не обламывает вручную вписывать на самом деле. Как удобнее. Я пока не вижу и не знаю, как это. Не факт, что это удобнее. Вся будет.
память можно только нормальными смайлами, а не тем пародиям, что у тебя. Ради правильно говорит, донат же приходит не только через Alerts. Поэтому разделять как-то не это не очень прикольно. Так, ну хорошее. Блин, а я уехал со своей боевой мощью. Как-то все не радужно вообще. Еще тюрьма задницы поперек дороги стоит. Ну это вообще кайф. Все очень плохо. Все очень удочка. Вообще в говне. Thank you.
Крэк с экспертофенсом. Где вы еще такое увидите? Так-то стакмишек формируется прямо ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Правда, деньги что-то у меня кончились. Может, еще найдутся. Все может быть. Нет, это не Блиц. Блиц был с... Ну, о, здорово, босс. И пока, я бы сказал. Это уже у нас просто Джебус Кросс с Милушницей. Теперь мне что нужно? Мне очень нужно найти трейдпост, без которого будет тяжко. Значит, каким-то макаром купить медведя, отбить щиток, взять нычку первую, потом набрать вторую. Все генитальное просто. Пока 8 мишек, как я понимаю. Нет, ты плохо понимаешь. Даже если я не буду ставить кастл... Даже если я не буду ставить кастл... Это что-то у меня получается. 4... 4... 10. И даже если не буду ставить кастл, то 10. Если буду ставить кастл, то 11. Хуилов. Единственное, что пока что я вижу только один нагашник. И больше денежных объектов я вообще не вижу. И это плохо. Это реально плохо. Ну, я не считаю всякие там пятники. Не денежные объекты, это, блин, сраный этот сундук с золотом. Ну, сейчас будем искать. В идеале нужно найти еще парочку нагашников и утопку. Вот это вот смахивает на кусок трейдпоста, кстати.
Хотя, возможно, просто гора и меня глючит. Ну, такое ощущение, как будто это бочоночек из трейд-поста. Это было бы очень хорошо. Это было бы весьма и весьма хорошо. Эта раздача может и не так уж супер просто, но все равно, я думаю, найдем. Так что не беспокойтесь. Поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Фонд против Фридгима Анарху. А милу наказать. Спасибо за поддержку. Фонд против Фридгима Анархии. Хорошо, я понял. Ну, если в течение... Давай хотя бы...
кубок переходящий или каждый раз новый? Не, ну можно и переходящий. Придется, правда, в Томск ехать. Через лет 5 забирать его. Ну, их уже будет к тому времени. Нет, кстати, их не... Ну, то есть, если он передается, то просто он будет тут 5 лет стоять. Ну да, это так. Там лет через 5 я, глядишь, устану. Поддамся кому-нибудь. Хорошо, что Гунару вынесли предупреждение. Мне как раз с ним играть. Отлетит у меня в игре и... Изи вин. Будет изи вин. Это удачно, что я сразу с ним не сыграл. Читерок грязный.